Приветствую подписчиков, зрителей канала, любителей спортивного стиля. Многие заметили, что большое количество звезд Голливуда предпочитают различные спортивные бренды. А почему бы нет? Согласитесь, каждый человек на планете достоин носить качественную, комфортную одежду и обувь. Даже Микки Рурк хочет выделиться из серой массы в салатовых Nike Pro Combat. Сегодня рассмотрим влагоотводящую повязку на шею Nike Snoot Vapor-Knit Strike. Повязка предназначена для занятия активными видами спорта в неблагоприятную погоду. Данная модель с черной расцветкой, что придает стильный спортивный вид. Повязка придает комфорт, отлично защищает шею и нижнюю часть лица от переохлаждения. Также на ней находится свуш Nike, расположен на боковой части. При изготовлении используются качественные материалы с применением полиэстеровой ткани DryFit, состоящей из микроволокна, что придает регуляцию влаги. Также ткань DryFit используется в пошиве спортивной одежды. Повязка с хорошими износостойкими характеристиками, так как после деформации и растягивания ткань возвращается в первоначальное состояние. Также есть рефлективная полоска с надписью «Спроектировано для скорости». Хорошо видна в темное время. Также предусмотрена дополнительная антибактериальная пропитка, что не позволяет размножению бактерий, которые вызывают неприятные запахи. Фиксируется повязка за ушами и на носу. Также есть специальный шнурок на затылке. Повязка имеет разные модели и расцветки. Производится многими брендами. Носить рекомендую осень-весна. Цена 2000. Отличный выбор для тренировок в прохладные дни, а также актуальный спортивный аксессуар на сегодняшний день. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.